Кислятина. Рана сняла, это только для беременных. О, все стоит. Поезда опаздывают, а он никогда. Часы по нему проверять можно. Кто это? Да сын Саака. А, сын Саака. Недавно на отца похоронка пришла. А он знает? Да разве скроешь? Такую весть не скроешь. Называется? А? Что, никак не называется? Может, языка у тебя нет, а? А имя-то у тебя есть или тоже тут нет? Тут и кому тут и спелый давай тут сюда. И... Набери, сынок. Спасибо. Тут вы и ягоды. Где взял? Да вот здесь. А, здесь. Попадешь. Ты что, спятил? Прыгаешь на ходу. Тоже мне парашютист нашелся. Я не собирался выходить здесь. А потом решил, дай-ка сойду, а отсюда до города пройдусь пешком. Он ведь недалеко. Чем старее, тем глупее. Хорошо, молодец. Спасибо тебе. А еще я подумал, может, кто-нибудь здесь захочет поменять фрукты на книги? Милый, книгами сыт не будешь, нет? Это верно. Во время войны цена на хлеб поднимается. А после войны на книги. А какие книги у тебя? Самые разные. А что вас интересует? Есть, например, песенник, народная медицина. Значит так. Скажем, вдруг у вас заболел живот. Загляните в книгу. Здесь написано, смешать мед с соком кактуса и выпить. Если Господу Богу будет угодно, вы здоровы. Да, если будет угодно. Если будет угодно. Берите, не пожалеете. Что ты хочешь? Нет. Нет, ну и ладно. В трудные времена живем, сынок. Теперь за книгу только и дают, что горсть тут и. А человеку больше всего нужна книга. Всю жизнь я собирал их, и вот приходится менять на тут. Есть у меня книги, которым 900, 1000 лет. Тысячелетний тут и не бывает. Абрикосов и перчиков тоже. А книги есть. Ты читать умеешь? Угу. Молодец. Все беды в мире происходят от невежества. В город по этой дороге. Ага. Лучше ослепнуть глазом, чем сердцем. Так говорили наши предки. А я все тащу его. В степи моргнуть не успеешь, становится светло. А солнце взойдет, пиши пропало. Ни бугорка, ни холмик. Земля ровная, гладкая, как море в штиль. Да. Вот я и думаю, к
Кто пленный, я или он? А раз так, больно нужно тащить этого сукиного сына. Я прав или нет? Нет, ты скажи. Да, да. А? Да. Он мой пленник? Да. То-то. А он меня оседлал и на мне катается. Ха-ха. Скотина. Разве это дело? Нет, не дело. Я ему говорю, становись на ноги и иди. Только не вздумай бежать, это я по-армянски ему. Понял меня, гад? Дошли до своих. А? Ты меня? Сдал я его начальству. А? Это тебя. И двух месяцев не был на фронте, а целый год сказки рассказывает. А может, все правда? А, брехня. Иду на рынок. Может, что есть? Давай захвачу. А. Еще есть? У твоей жены золотые руки. А собаки терзали трупы. Какие собаки? Ты совсем о другом рассказывал. Мы однажды пилили деревья в лесу. Поднесешь пилу к дереву, оно дрожит, словно чувствует, что его хотят спилить. Так баран дрожит под занесенным ножом. Я это с детства знаю. Каждую осень дня на три я ездил с отцом на зиму дрова заготавливать. Он был человек хитрый. Осторожно подходил к дереву, тихонько ладонью прикасался к его стволу, нежно так гладил его, будто говорил, я не трону тебя, но оно не верило. Знала, что это конец, и дрожала от страха. Нам приказали идти на станцию, разгружать состав. Длинный-длинный состав. Проводник был русский. Он, как малый ребенок, рыдал и говорил. Первый раз в жизни я перевожу трупы. Его расстреляли немцы. А мы рыли. Рыли могилы всю ночь. А в вагонах были одни только трупы, только трупы. Притчу знаешь, с неба упало два яблока. Первое тому, кто врет, второе тому, кто верит. А тому, кто не верит, ничего не досталось. Хочешь, я тебе о нем расскажу? Вот, например. Некогда мне слушать. Пошли. Да подожди, подожди. Ты ведь ничего не знаешь. Да все я знаю. Идем, идем, нас ждут. Ты послушай, послушай. Однажды приходит он к тебе. Вставай, хватит рассеивать. Чудак человек. Ладно, да послушай. Идем, говорю, нас ждут. Дорогой все расскажешь. Да я-то знаю, что он все врет. Он настоящий мужчина. Когда узнал о своей сестре, взял да испалил ее дом. Он? Еле потушили. Ерунда. Еще бутылку неси. Тебе уже хватит. Ну, я, пожалуй, пошел. Опять теперь напьется. Я сказал, давай еще одну бутылку. Завтра рассчитаюсь. Ни грамма больше не дам. Спартак, не проси. Не надо садись. Бы. Ну, послушай. Садись, тебе говорят. А-а-а. Дашь? Целыми днями сидишь здесь, ничего не делаешь, только пьешь, а требуешь от меня, будто я должник твой. Да, должник. Должник, говоришь. Знаешь, ты меня не смеши. Иди-ка лучше домой проспись. На сегодня хватит, дорогой. Ты уже в доску пьян. Что ты сказал? Да я сейчас твою брошу. Ты с ума сошел? Ублюдок. Чего тебе надо? Тетя зовет. Хорошо, я сейчас. Иди.
Эх ты. А я-то еще тебя человеком считал. Я же велел идти. Зачем я ей? Сказала, если встретишь, пусть идет домой. Ну да, если встретишь. А ты меня искал. Стоит ли обижаться из-за всякой ерунды? Мальчик, мальчик, ты не бросишь письмо в ящик? Брошу. Я бы сама, да ноги болят, к дождю, наверное. Держи. Спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы разве не уехали? Дотянуться не можешь. Я сейчас тебе помогу. Ну-ка, давай. Так. Вот и хорошо. А теперь, сынок, отправляйся за своим обедом. Сегодня борщ дают. Борщ со свежей говядиной. По запаху узнал. Ты, наверное, не помнишь вкуса свежей говядины? А я помню. Когда мясник наш давал мне кусок говядины, я говорил своей жене. Знаешь, милая, может быть, ты займешься чем-нибудь другим и не будешь мне мешать. Я готовлю мясо лучше тебя. Я повязывал фартук жены, резал мясо и так отбивал его, что его можно было и не жарить. Ты спросишь, почему я не давал это делать своей жене? Потому что она готовила по обязанности, без вдохновения. А раз по обязанности, еда получалась невкусной. А видишь ли, вдохновение – великая вещь. Я знаю. А? Еще такой маленький, до почтового ящика дотянуться не можешь, а уже знаешь, что такое вдохновение. А впрочем, даже невкусная еда может стать вкусной, если есть ее с вдохновением. Конечно, неплохо, когда есть и вдохновение, и вкусная еда. Надо бы их привязать друг к другу. Привязать? Разве они собаки? Да, ты этого не знал. Они как дворовые псы только и делают, что с утра до ночи друг с другом грызутся. А вы не подождете меня? Я без очереди. Хорошо, я там подожду. Я буду тебя ждать.
мальчик! Ты почему не становишься в очередь негодник, а? Всем хочется получить кусок пожирнее. А кто будет остатки хлебать? Я! Опять я! А тетя Елизавета сказала, что детям можно без очереди. Что-что? Нет, вы послушайте. Видите ли, тетка Елизавета ему сказала, что не надо становиться в очередь. Пойди скажи своей тетке Елизавете, что без очереди можно теперь получить только пулю в лоб, понял? Да заткнись ты, ворона! Что? Кто это сказал, а? Ворона! Вы видели? Да перестань, ворона! Ты, привязалась? Ты лучше сама на себя посмотри. Младенец-то у тебя откуда, а? Муж на фронте, она здесь детей рожает. А тебе какое дело? Мой муж 2 танка подбил, медаль получил, в отпуск приехал. Чтоб ты, ворона, от зависти лопнула. А ты что смеешься? Ну-ка, иди сюда и становись в хвост, в очередь, как все, понял? От Советского информбюро. Оперативная сводка за 13 июля. 13 июля наши войска продолжали вести бои с пехотой и танками противника на Орловско-Курском направлении. За истекший день противник крупно... Ложку бы сейчас. Одну минуточку. О, ложка. Ложка, ложка, на, бери и ешь. Ни капли масла. Варят такую бурду для семей погибших на фронте. Это мало похоже на борщ. И это называется помощь. Вода одна. Совсем совесть потеряли. Ну и бесстыдники. Они злоупотребляют нашим воображением. Делают все, что возможно, чтобы убить его. Бери ложку. Немного воображения, и у тебя кусок мяса. Смотри-ка, тебе повезло, ты подцепил жирный кусочек. А когда нам с тобой надоест мясо, мы будем есть что-нибудь другое. Что ты любишь больше всего? Я буду качать, а ты считай.
сколько уже? 154. Хватит. Ой. Куда идешь? На станцию? Нравится, да? Это моих соседей. Покататься хочешь? Иди, садись. Не бойся, он спокойный. До свидания. До свидания, девушка. Аккуратно несите. До свидания. До свидания. До свидания. Будьте счастливы. До свидания. Мы его здесь поправим. Спасибо, Таня, спасибо. Приезжайте в гости, буду ждать. Приедете. Обязательно. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Вот чудак, ты опять здесь. И как не надоест, каждый день сюда приходишь. Ну, сколько можно?
Кто там? Это я, дядя. Что тебе? Я больше не буду ходить за обедом. А кто будет ходить? Нам напрасно его дают. Как это напрасно? А вообще-то, если ты будешь кормить тут всех собак, то, конечно... Я не кормил собак. Я его съел. Один? Целую кастрюлю? Впрочем, почему бы и нет? Был в нашем батальоне один парень. Он съедал двойную порцию обеда, но все равно не наедался. Мир, говорил он, сделан из съедобных и несъедобных предметов. Жизнь человека состоит в том, чтобы находить съедобные. Так вот, для него все оказывалось съедобным. Дядя Вартан, а из чего сделан мир? Мир? Как бы это тебе сказать? Чего только в нем нет. И камни есть, и деревья, и земля, и люди. Есть жизнь, есть смерть, есть теплые дни, есть холодные. Не только из съедобных вещей сделан мир. Не бывает на свете только день, или только тепло, или только жизнь. Да, вот так-то. Ладно, если не хочешь ходить за обедом, не ходи, обойдемся. Но что мы этим можем изменить? Эй, не подглядывай, не подглядывай. Кто? Ну? Ты. Нет. Ты? Нет. Врешь, ты. Нет, не я. Я так не играю. Поворачивайся, поворачивайся. Ну, давай, давай, давай. 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 Бей сильнее. Кто? Ты. Нет. Ну, значит, ты. Ну, я. Тогда твоя очередь. А я не хочу. Я так нечестно. Я же угадал. Ну, ладно, ладно, бей. Бей. Ну, кто? Ты. А ну, налетай, ребята. Рыбы-то сколько? Капусту хватайте. Вот здорово. Прячь за пазуху. Быстрей. Давай еще. Вон ту удоха. Идем. Быстрей. Бежим. Вы что тут делаете? А ну, марш отсюда, шалопаи. А ты как сюда попал? Бегом. Быстрей. Держите их. Ловите их. Ах, разбойники. Под закон еще подведут. Сюда, ребята, скорей! Дели капусту. Thank you.
Вагик! Сак, иди наверх. Елизавет! Елизавет! Графин принеси. Хотел сохранить до свадьбы Вагика. Ну, что ты плачешь? Он спрашивал про нее. Пришлось все рассказать. Ладно, давай. Иди накрой на стол. Едешь, мы с тобой пойдем в город. Так мы пойдем или нет? Сак, дорогой. Подожди, Вагик, потом. Друзья, давайте выпьем за это чудо. Действительно, да, чудо. За твою чудо чудес. Будь счастлив. Спасибо. Будь здоров. Спасибо и за вас. Счастье-то какое. За ваше здоровье.
Спасибо. Не думал я, что придет этот день. Спасибо. За твое возвращение. Спасибо и за вас, и за вас. Спасибо. Все вернутся, все ребята вернутся. Чтоб жить тебе до 100 лет. Это ты хорошо сказал. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Ой, подожди, еще не пора. Говоришь чудо, Вартан. Это война. А на войне чего только не бывает. Армии исчезают. Что? А время проходит, находится. Папа приехал. Да? Пойдемте, дедушка. Нет, нет, нет. Ну, пожалуйста. Да нет, неудобно. Удобно, идемте. Я же никого из ваших не знаю. Узнаете. Ага, вот ты где. Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом вас. Спасибо. Садитесь. Благодарю. Садитесь, садитесь. Благодарю. Вот сюда. Спасибо. Здравствуйте. Выпейте с нами. У нас такая радость. С возвращением. Спасибо. Знаешь, кто это? Я потом расскажу. Хорошо. А теперь давайте-ка выпьем за нашего Вагу. Моего помощника. Он знает расписание поездов лучше меня. Так ведь? Дедушка, Аванес идет. Дедушка, не верьте похоронкам, лгут они. Сынок, здравствуй. Как я рад. Вагик, встань. Вот ведь как. А говорят, чуда нет. Послушай, а Симона? Симона ты не встречал? Последнюю весточку я от него весной получил. А через несколько недель похоронка пришла. Случаются ошибки у нас. Человек от своей части отстал, а пишут, убит. Или, может, он в окружение попал. Ведь на войне всякое бывает. Вот я, например, целых 2 года провел в лесу. В партизанском отряде. Если бы и Симон мой вот так же вернулся. Чего только не бывает. Муж нашей соседки пришел с фронта, а через 3 недели почтальон стучится в дверь, получите извещение. Он распечатал, а это до него похоронка. Симон писал мне, если война не кончится до осени, возьму отпуск на 2 дня и приеду. А виноград без меня не собирай, сам соберу. И вино на свою свадьбу сделаю. Хочет вино сделать на свою свадьбу. А я решил, когда Симон вернется, обязательно его женю. Обязательно его женю. Теперь тебе недолго ждать. Скоро кончится эта война, и все вернутся. Что ж, налейте вина в стаканы. Не нужно грустить. Все будет хорошо. Я обед дал. Не буду собирать виноград, пока Симон не приедет. Пока он не приедет, мы должны их ждать. Другого выхода у нас нет. Выпьем за них, за живых. О, варек старый чан, о, варек, им дар один дарман арек, сарера овчена. Sorry,
дараман анум. Ампер, ампер, микич, зоварек, варан, зрев, тапек, идем. Куда? Ну идем же. Куда? К отцу он пришел. Ну скорей, скорей. Агик. Оставь нас. Иди. Елизавета, ты не знаешь, каким поездом уезжает Саак? Утренним? Утренним. Да вы не беспокойтесь, дедушка Ванес. Нет, нет. Я обязательно приду его провожать. Ну что вы все притихли? Налейте еще вина. Давайте, выпьем. Она приходит тебя навещать? Один раз приходила. Это было прошлой зимой. Я по стуку узнал, что это она. Сразу бросился открывать. А дядя Вартан... А почему она сейчас ушла? Не нужно плакать. Ты же мне маленький. Вон какой большой стал. Усы скоро начнешь отращивать. Вот выйдем мы с тобой на улицу. Никто не поверит, что ты мой сын. Скажут, брат. Почему ты ее отпустил? Пойми, у нее теперь другой дом, другой муж, другой ребенок. Ей ведь нужно о нем заботиться. Скажи, а где тебя ранило? Да под бомбежку угодили. Так и не доехал до линии фронта. Никто и опомниться не успел. В общем, от нашего эшелона остался десяток инвалидов. Вот я и выдумываю теперь всякие истории. Стыдно сказать, но вообще-то это все было на самом деле. Только не со мной, а с другими.
Вартан, если она захочет видеть сына, не запрещай. Осуждаешь меня? Если б знал, что ты жив, стерпел бы. Твоя жена, твой сын. Тебе и решать. Мы все считали, кому-то ведь надо было. В прежние времена забрасывали камнями и убивали тех, кто якобы вернулся с того света. Потому что перед ними очень трудно было ответ держать. Я тебя ни о чем не спрашиваю. Спрашиваешь, Зак. Свою сестру я сам заставил выйти замуж, чтобы как-то сгладить этот позор. И Вагика я у нее взял. Мне не хотелось, чтобы он жил с чужим человеком. Теперь ты вернулся, слово за тобой. Делай, как знаешь. Я еще не вернулся. Ты же отвоевал свое. Хорошо бы, но это не так. Нет, Саак, давай лучше считать, что ты вернулся. Я буду воевать за тебя, за твой эшелон, за всех вдов и сирот. Во мне столько злости, я должен идти на фронт, Вартан. Ты видишь, каким героем я стал. Выпьем? Выпьем. Ты не представляешь себе, как меня иногда берет тоска по дому, сыну, по нашей речке, в которой плавает луна и серебрит всю воду. Да, Саак, как я тебе завидую. Закатаешь штаны, вонзишь лопату в землю. Земля будет касаться твоих ног и проходить через твои пальцы. Оставайся, Саак. Ты можешь устроиться на военном заводе, ведь это все равно, что фронт. Дядя, ты меня звал? Да. Налей-ка воды. Принеси еще. Елизавета, соль у тебя есть? Дедушка Аванес дал немного. О, жаль мне его. Он так с ума сойдет. Объясни ты ему, а? Поговори с ним, наконец. Пусть соберет виноград. Пропадет ведь. Что ему сказать? Что Симон погиб? Что напрасно ждет его? Иди, помоги тетке.
Вагик, соль вон там. Ага. Аванес, ну нельзя же так. До каких пор будешь держать виноград? Пропадет ведь, жалко. Знаю. Все равно не буду собирать. Пусть пропадает. Не то еще теряли. Войска степного фронта после трехдневных упорных боев сломили сопротивление противника, и сегодня, 29 сентября, овладели городом Кременчуг. Сильным предместным опорным пунктом немцев на левом берегу реки Днепр. В боях за освобождение города Кременчуг отличились войска генерал-лейтенанта Жадова, генерал-лейтенанта Манагарова, генерал-лейтенанта авиации Горюнова. Особенно отличились 97-я гвардейская полтавская стрелковая дивизия генерал-майора Арсиперова, 6-я гвардейская воздушно-десантная дивизия полковника Смирнова, 214-я стрелковая дивизия полковника Бронкова. Говори, куда он пошел? В какую сторону? Вон туда! Весь обед съел! Я ему покажу! Совесть потерял! Думает, маленький ребенок, так все можно! Безобразие какое! Сколько это может продолжаться? Кормушку себе нашел, а? Да кто это ему дал право? Первый раз такое вижу, кто бы мог подумать! Бесстыдник! Места на нем нет! Вон он, смотри, лишний-то! Вот он, да? Он! И не совестно, а? Не совестно! Это ты съел обед? Отвечай! Да. Ну что уставился на нас? Говори! Обед? Да разве это обед? Ох, ты чего говоришь? Обед! Ох, тебе бесплатно! Ты же так, как ты все обманываешь! Убирайся отсюда! Только попробуй еще раз, когда увидишь! Я сейчас! Давай! И раз! Твоя очередь! Возьми голову! Уйди, моя очередь! Я первый! Что это твое-то? Опля! Опа! Так, что? Теперь я! Давай, давай! Опля! Молодец! Опусти голову, говорю. Не надоело, не буду больше. Одноногий сатана, одноногий сатана. Опусти голову, говорю. Ну, хватит. Слабенький, слабенький. Ой, маменький сыночек. А давайте лучше во что-нибудь другое, а? Кто будет читать? Я. Эна, Бена, Раба, Квинтер, Минтер, Жаба, Жаба прыгала, скакала, чуть в болото не попала, а попала к черту в дом, где родился черт Галлов. Тебе, Вадим, я так не играю. Не играешь? Тогда покатай нас, черт первый. Покатай нас, покатай, покатай нас, покатай, покатай нас, покатай. Ребята, книгоноша идет! Книгоноша! А Робинзон Крузо у тебя есть? Ой, умора не могу! Ковыляй отсюда! Что ты такой грустный? Может, больной? Может, голодный? Бедники, несчастники! Пускай ест свои книжки! А может, у него их украли? Что вы к нему пристали? А, правда, ребят, давайте в салочки! Чернее! Чернее! Раз, два, три, беги! Ты у всех ребят ел, да, дедушка? Да. У всех. Ты видел, как избили? Угу. Дедушка, тебе больно? Твоя тетя тоже была среди них? Нет. Когда я ей рассказал, как мы с тобой обедали, она заплакала.
У нас был сад, большой-большой, гораздо больше этого. В саду ореховое дерево росло, а к нему была привязана собака. И мы бросали ей кости и корочки хлеба, когда готовили шашлык. А вокруг собаки бегали куры и склевывали остатки. С деревьев слетали воробьи и подбирали все, что оставили куры. А по земле ползали муравьи, тащили к себе то, что воробьи не сумели съесть. Своя доля была у всех. А в церкви трезвонили колокола. Динь-дон, динь-дон. И в Чмиадзине католикос освящал новый виноград. И пел отец о Сахе и Горлинге. И наступало умиротворение для всего живого на земле. Собака больше не лаяла на кур, куры переставали воробьев отгонять, а воробьи не клевали муравьев. Вскоре начинали собирать виноград. Собирали, собирали, и не было ему конца. Наполнялись давильни. Мы, мужчины, снимали свои башмаки, засучивали брюки и давили виноград. Давили, давили до самой поздней ночи. И этот теплый сок винограда наполнял карасы. Все имеет свой конец. Но эта война уж очень затянулась. После Сардарабадской битвы я вернулся домой один. Я проводила на войну еще троих, сказала мне мать. Где они? И тогда я протянул ей шапки отца и братьев. Ну, а жена мне не родила детей. Но нам казалось, что у нас 25 сыновей. Все они учились в классе, где преподавала моя жена. И всех по очереди мы проводили на фронт. А когда пришла первая похоронка, жена слегла и месяца не протянула. Странное существо человек. С его уст сходят и проклятия, и благословения. Хоть бы эта война была последней. Кто бы мог подумать? И что это за деревня такая, что из-за нее такой бой разгорелся? Вахик идет!